С Белоруссией объединяют, как известно, столетия общей истории еще со времен Великого княжества Литовского. Общая граница, давние культурные, экономические, гуманитарные и другие связи. Мы не просто соседи. Общие исторические и культурные корни позволяют нашим странам поддерживать высокий уровень взаимовыгодного сотрудничества, несмотря на различия наших политических систем. А сегодня мы с вами являемся свидетелями и участниками еще одного, можно сказать, действительно исторического события. Открытие воздушного моста между столицами двух соседних стран, двух соседних государств, Литвы и Белоруссии. Моста между Минском и Вильнюсом. Сегодня национальная авиакомпания Белоруссии «Белавия» начинает выполнять рейс Минск-Вильнюс-Минск. Я очень рад, что с нами, несмотря на такую рань, человек, о котором в Литве очень красиво, очень хорошо отзываются, о котором останутся самые теплые воспоминания, это его превосходительство, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Литовской Республике Владимир Нестерович Дражин. Я прошу вас сказать первое слово. Gerbiamieji ponas ir ponai, gerbiamieji kolegos, brangūs draugai ir svečiai. Мне очень приятно сегодня, дорогие друзья, присутствовать на этом действительно уникальном и особом событии при открытии нашей компании «Белавия» рейса «Минск-Вильнюс-Минск». Я хочу сказать, что с момента обретения независимости Республика Беларусь и Литовская Республика очень активно сотрудничали в области экономики, и в одной из отраслей экономики это в логистике и в перевозке товаров и грузов. Но сегодня мы должны сказать и о том, что эти годы, они были созидательными. И если рассматривать сегодня 2013 год, мы, дорогие друзья, вышли на небывалые результаты. И я хотел бы вам сказать, что итог этого года будет в экономическом плане 3 миллиарда долларов экономических отношений между нашими странами. Конечно, прежде всего, это торговля, которая составит около 2 миллиардов долларов. Это, конечно, инвестиции, которые составят 300 миллионов долларов, но особую строчку вписали в это услуги. И среди них это услуги транспортные, которые составят примерно 750 миллионов долларов. Я хочу сказать, что это труд, который был вложен всеми транспортниками, перевозчиками железных дорог, автомобильного транспорта. И сегодня мы с вами присутствуем на уникальном событии, когда в этот процесс включается и наш авиационный транспорт. Я уверен, что у этого рейса будет большая перспектива, потому что Литва станет мостом между Западом и Востоком.
Мне очень приятно сказать, что это событие происходит в дни, когда литовское государство председательствует в Европейском Союзе. Мы знаем, насколько много сделано за это время председательства страной, всеми государственными структурами в этом плане. И, конечно, развитие отношений между Западом и Востоком – это особая сегодня строчка председательства Литвы. И мне видится, что открытие сегодняшнего рейса между Минском и Вильнюсом – этому подтверждение. Мне, дорогие друзья, видится, что сегодня первый заместитель генерального директора компании «Белавия» Игорь Николаевич Ергенец, присутствуя здесь, планирует и новые, значит, рейсы. И, конечно, мы видим, что среди них могут быть очень успешные в период курортного сезона рейсы Минск-Баланга. Это могут быть перспективы рейсы между Минском и Каунасом. И я полагаю, что перспектива в нашем авиационном сообщении будет большая. Я хотел бы высказать слова благодарности за вот эту большую работу всех инициаторов этого рейса, прежде всего компанию «Белавия», все структуры государственной Белоруссии и, конечно, дорогие друзья, государственные структуры литовского государства и, прежде всего, департамент по туризму, который принял самое активное участие в работе по открытию рейса. Я сегодня хочу поздравить всех вас с этим большим событием, пожелать вам, дорогие друзья, накануне Нового года, Рождества Христова, счастья, здоровья и благополучия. Ачу Юмс.